Гуляя возле заброшенного участка, женщина услышала жалобное завывание. Она решила найти источник звука и увидела крохотную мордочку, выглядывающую из ржавого конвейера. Этого маленького щенка увидела жительница пригорода Румынии. Малыш прятался в старом ржавом конвейере, который лежал на пустом участке, и женщина услышала его жалобный писк. Только увидев ее издалека, щенок начал подпрыгивать и тихонько лаять, а когда она подошла поближе, начал облизывать ее руку. Видимо, в знак благодарности. Хотя щенок все равно боялся, но больше был благодарен спасительнице. Женщина сразу решила действовать, взяла щенка и позже привезла его в местный приют Any As Trust for Dogs. Там его с радостью приняли и дали кличку Чанс. Сначала малыш не мог привыкнуть к новой обстановке и волонтерам, но чуть позже понял, что здесь его не обидит. Когда малыш расслабился и доверился людям, начал раскрываться его чудесный характер. Он оказался добрым, игривым и благодарным созданием. Сейчас он продолжает жить в приюте, где о нем заботятся волонтеры, и он уже сдружился с другими собаками. Когда Чанс подрастет, для него подыщут постоянных хозяев. Спасибо за спасение этого малыша. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.